Тишина, да. Подождем пока. Некоторые успокоятся. Всем добрый вечер. Всем спортсменам, которые мы объявляем сегодня, мы проведем такой беседу, такую под дзюдо. Мы несколько раз уже я поднимал тему такую, с которой я пытался, наверное, все вторгался, немножко дошло. Что такое дзюдо? Что можно через дзюдо, чего можно достичь через дзюдо? Как через дзюдо улучшить свою собственную свою жизнь? Как относиться к дзюдо? И вот сегодня у нас такая очередная конференция пройдет с вами, с родителями. Во время конференции вы можете прослушать эту конференцию и затем задать вопросы, как родители, так и спортсмены. Вопросы, которые будут вас интересовать. Вопросы будем задавать сегодня нашему лектору. Наш лектор – это наш друг постоянный. Это председатель Всемирной ассоциации дзюдо Роман Тарасов. Давайте поприветствуем. Романа Георгиевича, большой опыт проведения таких конференций. Внимательно послушайте, о чем он говорит. Я еще раз говорю, что спокойно вы можете задать свои вопросы. Сейчас, для того, чтобы вам быть ближе к нам, вы, пожалуйста, вот подсядьте все сюда, вот в этой желтой линии, ближе к столу, чтобы было видно ваши глаза и глаза лета. Вот так, эта линия все, поближе сюда к столу сядьте. Не стесняйтесь задавать вопросы, внимательно послушайте, что, о чем будет разговор. Всем понятно? Пожалуйста, Роман Георгиевич. Здравствуйте, уважаемые ребята, ваши учителя. Здравствуйте всех, кто здесь есть учителя. Здравствуйте, родители, присутствующие сегодня на нашем мероприятии. Я благодарю Александра Леонидского за то, что он пригласил меня побывать в очередной раз в этом замечательном городе и замечательном клубе, где такие замечательные люди изучают дзюдо. Меня зовут Роман, и мы начинаем. Я хочу, чтобы это было не только я говорил, но также и вы говорили. То есть у нас будет диалог. И также включайтесь, пожалуйста, тренеры, учителя, взрослые, вы можете все родители, как интересно, спуститься сюда и с нами побеседовать. Итак, я хочу начать с того, что сначала я немножко расскажу, а потом вы попробуете тоже рассказать. Как вы приходите к дзюдо? Сегодня мы все юные и не знаем, насколько вы помните, как вы пришли в дзюдо. Надеюсь, что кто-то из вас сможет набраться смелости или храбрости и рассказать об этом. Но я немножко расскажу, как я пошел в дзюдо. Так уж сложилось, что сегодня, в этом году, 35 лет, как я занимаюсь дзюдо. Конечно же, разное было в моей жизни, было и то, что я хотел закончить дзюдо. Думал, нужно ли мне это вообще, не нужно. Но на сегодняшний день я понимаю, что это важная часть моей жизни и неразрывно связана. Хотя я уже, допустим,
активный участник соревнований и тому подобное. Но как я пришел в дзюдо? Было все достаточно просто. Мне было 11 лет. Многим из вас сегодня тоже 11 лет. Кто-то постарше, кто-то помладше. И мне мой отец сказал: настало время найти себе какое-нибудь увлечение. Ты будешь в школу, но надо чем-то заниматься помимо школы. Какую-то хобби, что-то там. Более серьезно, чем просто ходить по улице и играть в футбол. Ну, я любил играть в футбол, как и многие из вас там бегать на велосипеде, кататься там, плакать и так далее. Ну, я сказал: хорошо, я постараюсь найти себе какое-то увлечение. И как раз это был март месяц 1985 года. И так получилось, что я переехал в новую школу. За свою жизнь я поменял 7 школ. Вот. За 10 лет в школе обучили 7 школ. Так что у меня опыт был достаточно большой, знаете, все время менять коллектив. Да? Переход из одной школы в другую – это всегда сложности. Кто-то менял школу из вас? Кто-то менял, да? Вот. Ну, вы знаете, что когда переходит с одной школы в другую, всегда новые какие-то знакомые и так далее. Вот у меня так получилось, что 7 раз я поменял школу. Причем в разных городах и в разных местах. Вот. И я пришел в новую школу и смотрю, мой одноклассник все время плачет. А он был такой немаленький мальчик, такой крупный, вот как сидит в синем кимоно, такой же здоровый. Да, он все время вот такой плакал. Его все время обижают. Я к нему подхожу и говорю, и все время я слышал такое слово, его все время говорили: ты дзюдоист, дзюдоист, дзюдоист. Я подумал, что это какое-то новое ругательное слово, которое мне не знакомо. Я подошел, говорю: Сергей, я вот как сейчас его помню, Сергей знаю. Говорю: Сергей, а почему тебя таким словом страшным называют и почему ты все время обижаешься? Он говорит: да вот я хожу на спортивный клуб, секцию дзюдо занимаюсь. Я спросил, что такое дзюдо. Он сказал: вот такая вот японская борьба есть, вот мы там занимаемся. Я говорю: а что ж ты тогда плачешь? Он говорит: ну вот меня все время провоцируют. Как бы, ты дзюдоист, давай, иди сюда. А я не хочу ни с кем, как бы, вот, никому ничего объяснять. И меня это немного расстраивает. Я сказал: ладно, давай я с тобой буду ходить на дзюдо, и нас теперь будет двое, и не так будет обидно тебе, если плакать, то будем вместе плакать. Вот. Кто-то из вас плакал когда-нибудь от обиды? Нет? Но иногда полезно поплакать. Вот. И я пошел с ним заниматься дзюдо. Скажите, вот сейчас, я не знаю, как сейчас делают отбор в секцию дзюдо? Вы проходите отбор? Нет. Принимают сейчас, да, сейчас принимают в секцию дзюдо. Вот, а в то время проводился отбор, то есть нельзя было просто так прийти и тебя там забрали в дзюдо. Надо было сдать какие-то тестовые нормативы, я, конечно, был готов ко всему, пришел, и мне тренер мой говорит, первый мой тренер: я всех своих учителей помню, каждый внес свою лепту, но вот первый мой тренер был такой личностью неординарной. Он очень такой любил боевые искусства, в том числе дзюдо. Вот. И он мне сказал: ну хорошо, я тебя возьму, если ты сдашь нормативы. Вот надо пробежаться, надо подтянуться, надо отжаться. Ну, такие контрольные нормативы. Ну, я думаю, ну что такое. Конечно, я подтянусь. Я повис на перекладине. И как ветром меня шатает, но я ничего не могу сделать. Побежать я побежал, но тоже ничего не сделал. Что-то там еще какие-то нормативы. В общем, я ничего не сдал. Ни один из нормативов. Но он сказал: ладно, записан. Ну, я вот до сих пор не понимаю, почему он меня записал, но я думаю, что это, знаете, учитель, у которого, ну, как мне кажется, есть какое-то видение, он может увидеть в ребенке, знаете, бывает так вот там,
горят глаза, как-то вот он, желание видно в нем огромное. А на самом деле у меня было такое желание. Я пришел и хотел заниматься, но ничего не мог. Вот. Был физически слаб, хотя мне было 11 лет, да, я бегал, прыгал, но вот такие упражнения я не мог делать. В общем, он меня взял. И на сегодняшний день из всех его учеников, которые у него были, ну вот так получилось, что, наверное, я один из немногих, там, по пальцам рассчитать, кто вот до сих пор в дзюдо. Он, кстати, и привил ко мне любовь к дзюдо не потому, что дзюдо я должен заниматься, чтобы встать на пьедестал, да, и получить медаль, а чтобы я дзюдо, это было моей жизнью. Хотя я могу заниматься чем угодно. Я могу и, там, не знаю, рисовать, там, или еще что-то делать, но дзюдо — часть моей жизни. Ну, вот так вот пошло. Это вот моя маленькая история, как я пришел в дзюдо. Кто хочет дополнить, у кого есть свой рассказ? Ну, давай, немножко расскажи нам. Поэтому я вам хочу пожелать, чтобы вы не сходили с пути дзюдо, а шли
вы можете дополнять все, что угодно. Вы можете, ну вот у меня, допустим, как, я занимался дзюдо, а зимой я еще и в свободное время играл в хоккей, летом в футбол, на велосипеде гонялся, плавал. Ну, в общем, дополнял свои знания, да? Кто дополняет свои знания чем-то? Кто занимается там, не знаю, в художественной школе, там, музыкальной? Да, я, кстати, еще в музыкальной школе занимался, там, несколько лет. Да? Вот ты. Баскетбол. Баян. Вот, на баяне играет. Теннис. Вот это очень хорошо. Один мой знакомый мастер айкидо, он сказал так, что мы что-то выбираем одно, но дополнять можем всегда много чего. Это как елка. Вот елка есть, и мы наряжаем елочные игрушки. Мы одну повесили, другую, третью, и вот, вот у нас наша жизнь стала более такая интересная. Но если мы начнем как, раздираться, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, там, то мы в конце концов ничему так не сможем научиться. Надо выбрать один вектор. Вот сейчас вы вот выбрали вектор, то, что мы называем вот здесь клуб дзюдо-тай, да? И вот идите по нему. Но дополняйте свою жизнь другими интересными делами. Вот как баян, баскетбол, рисование, изучение языков. Не забывайте про то, что дома тоже надо помогать родителям. Да? Это немаловажно, это тоже дополняет вас. Вот, молодцы. Помогать – это одна из важных задач. В том числе и в наших занятиях дзюдо. Потому что если мы не помогаем нашему партнеру, можем ли мы научиться? Нет. Потому что если нет взаимодействия, то ничему нельзя научиться. Так, а что для нас дзюдо? Вот я только что сказал, а что для вас дзюдо? Кто может сказать? Образ жизни. Вот образ жизни. А как ты вот думаешь, образ жизни это что значит? Вот скажи. Живешь этим. Ты утром встаешь и думаешь о дзюдо. Максим. А ты все свои действия согласуешь согласно дзюдо? Да, вот для него это образ жизни. А еще для кого? Кто может сказать? Вот. Для тебя это самооборона. Хорошо. А еще кто для нас дзюдо? Занятия для себя. То есть это как хобби, да? Ну и планирую карьеру. И планирует карьеру спортсмена. Ага, вот. Значит, это еще и спорт, да? Еще есть какие-то мысли? Здоровье. Здоровье. Вот кто-то сказал. Да, дзюдо для нас это здоровье. А вообще скажите, ну, наверное, вряд ли кто-то скажет обратно. Здоровье – это важная часть для человека? Или важнейшая? Первостепенная, да? Нет здоровья? Нет ничего. Значит, занимаясь дзюдо, мы должны все время улучшать свое здоровье, так? Хорошо. А знаете, что дзюдо может делать нас лучше? Кто-нибудь задумывался об этом? Вот я видел, здесь висят плакаты и некоторые выдержки Кана Дзигора, создателя школы Кодокан Дзюдо, и вот он там сказал, говорит о том, что дзюдо может улучшать нас. Как дзюдо может нас улучшать? И что оно может в нас улучшать? Давайте, вы знаете, что я хочу сейчас сказать? Есть такие качества человеческие, как дружба, уважение, самоконтроль, честность, вежливость, искренность, скромность, храбрость. Знаете, такие вот качества? Да? Да. Вот так говорят, что с помощью дзюдзюцу
искусство мягкости. И с помощью того, когда мы идем вот по этому пути дзюдо, по пути мягкости, мы можем улучшить вот эти качества свои. Скажите, здесь все присутствующие дружные люди? Да. Ну давайте кто-нибудь скажет, у кого есть один друг? Так, у одного только один друг. А у кого 10? Вот, смотрите. Да. А у кого 20? Хорошо. А как вы думаете, как занятие дзюдо может способствовать тому, что вы станете еще более дружелюбными? Нет, не было так.